Уже полторы недели улицы Индустриального района остаются затопленными. Жители домов по адресу Солнечная Поляна 111 и Взлетная 58 жалуются на огромную лужу. По словам барнаульцев, они боятся, что талые воды дойдут до домов и начнут их подтапливать. Сейчас по образовавшейся луже с трудом проезжают даже внедорожники. А в 2016 году вода затопила подвалы многоэтажек. Стала спускаться опять вода с поля, видите? И, значит, уже от дома тут совсем близко. Но у нас пока еще паводок, как говорится, не вошел в силу. И здесь, если будет резкое потепление, здесь этот снег спустится снова сюда. И может есть возможность, вероятность затопления нашего дома снова. За комментарием мы обратились в администрацию Индустриального района Барнаула. Как пояснил глава Сергей Татьянин, ситуация действительно непростая. Но причин для паники у жителей нет. Также нас заверили, что вода до подвала дома не дойдет. Чтобы совсем успокоить жителей, в этом году запланировано в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» строительство вот этого недостающего участка дороги по улице Солнечная Поляна. Поэтому вместе с ливневой канализацией, вместе с бордюрным камнем, вместе с пешеходными дорожками.